Друзья, я всех приветствую на канале Аша. Сегодня вот такой вот рельефный узор в шахматном порядке. Надеюсь, вам он доставит визуальное удовольствие. Простота исполнения тоже доставит удовольствие, я вам гарантирую, потому что он очень простой. Раппорт составит 5 петель и 14 рядов по высоте. Напомню про свой телеграм-канал, ссылка на него будет закреплена в комментариях к данному видео. Обязательно переходите, присоединяйтесь, мне будет очень приятно. А сейчас все внимание. Друзья, для начала мы ускорим мастер-класс и провяжем первую секцию самостоятельно. Она будет состоять из 8 рядов по высоте, и это резинка. Резинка 3 на 2, 3 изнаночные петли, 2 лицевые. И теперь сразу 9 ряд раппорта и 2 секция. Кромочная петля, здесь так, 3 лицевые, то есть наоборот, и 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные до конца 9 ряда. 10 ряд провяжем по узору, 2 лицевые петли и 3 изнаночные. Раз, два, три. Теперь перед нами 11 ряд раппорта, и здесь немного посложнее. Кромочная петля, 3 изнаночные. Раз, два, три. Теперь возвращаю эти петли обратно на левую спицу. Вернула. Рабочая нить не натягивается и вот так вот протягивается перед работой. Протянула, и каждую из петель я провязываю еще раз, но теперь уже лицевыми. У нас получается вот такая вот перемычка из свободной нити, а потом просто 2 изнаночные петли. Теперь 12 ряд раппорта, 2 лицевые петли и 3 изнаночные, здесь все просто. А далее до конца раппорта нам останется продублировать эти два ряда. 11, 12, еще один раз по высоте, то есть в 13 и 14. 14 ряд будет заключительный. И на этом я, друзья, с вами попрощаюсь. Обязательно сохраняйте ролик, от вас лайки, позитивные комментарии. Всем желаю чудесного настроения. Всем пока!